Здравствуйте, дорогие ребята! Я профессор Тревен, и сегодня мы с вами послушаем замечательную историю, рассказанную мне внутренним оком. Оно же, кстати, говорит мне сейчас, чтобы парень в девятом ряду сел на место! Спасибо! Итак, мы с вами знаем, что темный волшебник Волан-де-Морт и его приспешники хотят убить Гарри Поттера и править волшебным миром. Но задумывались ли вы, как именно они собираются это сделать? Итак, товарищи, пока темный лорд в отъезде, он поручил мне руководство нашим маленьким, но гордым отрядом. Доложите обстановку. Мы идем строго по списку, госпожа Лестрич. Какому еще списку? Который вы нам дали утром, госпожа Лестрич. Госпожа Лестрич, мы как раз хотели спросить, что означает последний пункт? Идиоты! Вы что, не знаете, насколько в нашем деле важна пропаганда? Пропачо? Необходимо донести до каждого величие темного лорда и святость его миссии. Но как? Классическим способом, проверенным десятилетиями. Мягко, но настойчиво. Уважаемый, не желаете ли уделить минутку и поговорить о нашем повелителе темном лорде? А вы? Я не отниму много времени, но вы узрите истину и прозреете. Я так рад, что с нами темный лорд. Я так рад, что с нами темный лорд. Я так рад, что с нами темный лорд. Спасайся быстро, Гарри Поттер. С нами темный лорд. И все вместе. Я так рад, что с нами темный лорд. И нагайна. Я так рад, что с нами темный лорд. И нагайна. Я так рад, что с нами темный лорд. Спасайся быстро, Гарри Поттер. С нами темный лорд. Темный лорд ненавидит всех вас. Тетя Беллатриса, я поймал их! Эти трое проникли в Хогвартс и пытались найти диадему, как Тевран. Диадему Равенкло, проклятый Росмен! Надо сообщить темному лорду о том, что мы поймали мальчишку. У аппарата! Повелитель, у нас тут мальчишка. Какой еще мальчишка? Поттер. Какой еще Поттер? Этот. Ладно, сейчас выезжаю. Ну все, он скоро будет. Не забудьте, его змея — это один из крестражей. Ее тоже нужно уничтожить. А вдруг он не возьмет ее с собой? Ну да, как же. Он Нагайну везде с собой таскает. У них вообще очень близкие отношения. Здесь происходит. Не-не-не, все нормально, все хорошо. Ты все-таки вернулся. В прошлый раз ты убежал, как последний трусливый. Как ты смеешь, мерзкая грязнокровка? Нагайна, вас! Просто Нагайна, не. Что? Не. Ну просто не. Так, ну все, хватит. В прошлый раз ты предлагал решить проблему по-джентльменски, и это не сработало. У меня другое предложение. Yeah.
На колени передо мной, я ваш темный лорд. Грязнокровки типа Грейджи для меня второй сорт. Я крутой, моя палочка из бузины. Мое имя знают телочки со всей страны. Думал, вы, значит, Вендетта, ты упал за борт. Есть, увы, одно значение, это Волдеборт. Зря тебя зовут тот, кого нельзя называть. Подошло бы лучше тот, на кого всем плевать. Если водишь меня за нос, я не стану ныть. И вообще меня хотя бы есть за что водить. Если думаешь, что круто, ты попал в просак. И без сыворотки правды я скажу «You suck!» Меня, пока еще ты не дорос, я тебе напомню быстро, кто реальный босс. Не создать тебе крестраж, мелкий рыжий шкет. Надо душу разорвать, у рыжих ее нет. И нельзя твою мамашу брать на переговоры, ведь она орет противник коня мандрагоры. Сейчас сказал, твоя смелость улетучилась, как тот фестрал. От твоих речитативов эльфы врут тоски, а твои понты дешевле, чем у Добби носки. И когда ты так рифмуешь, я клянусь всем святым, словно круциату бьет по ушам моим. О, Бэф, высокомерие, думаешь, ты бог? Я б тебе связала свитер с надписью «Я лох». Никакого респекта. Нам остается только удалиться. Улетел. Ага. Ну и Хагрид с ним. Пойдемте лучше в сад гномов пинать. Вот и сказочке конец, а кто слушал, долгопупс.